Ебой. Сегодня хороший день, друзья, потому что сегодня наконец-таки вышел альбом Таниры и Тёмчи, который называется «До мурашек». И я решил его сегодня заценить вместе с вами. Так, мне идут эти наушники, пацаны? Да. Операторы говорят, что да. Напишите в комментариях, они врут или нет. Ты сказала, тебе тепло, да мураш. Не хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Ты сказала, тебе тепло, да мураш. Не хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Сказала нет, мне тебя родней. Я забил на время, не считал дней. Так еще никому не открывал дверь, как ей. Сань, дай скорее. Ты сбыла домой путь. Не звоним, там твой тут. Я за тебе горой буду. Надо зиму в окно сдуть. Сразу тебе тепло стало. Право тебе темно в спальне. Ты открыла окно, сама и сказала. Ты сказала тебе тепло, да мураш. Хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Ты сказала, тебе тепло, да мурашек. Не хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Ты сказала, тебе со мной, как ни с кем в этой жизни. Сказала, что я странный в самом хорошем смысле. На меня долго злиться не получается никак. Доверяй только искренне, в этом счастье любить. Там мы можем валяться вечно в наших постелей дома. Да мурашек, люблю твой голос, даже по телефону. Сияй только над моей водой, луной. Сияй, как тогда, когда мне ты сказала, тебе тепло, да мурашек. Не хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Ты сказала, тебе тепло, да мурашек. Не хотела, чтобы текло время наше. А я хотел бы не знать, что там дальше. Глядя в твои глаза цвета ганджи. Ты сказала, тебе так, у нас сегодня Танир и Тёмчи, мои кореша. Так, в общем, ребята, у меня тут вопросики от ваших же людей, которые вас любят. Кстати, поздравляю с релизом альбома. Спасибо. Давайте похлопаем. Есть же такая тема, когда очки надеваешь, и сразу лицо меняется. Итак, у нас первый вопрос от Маргариты Волковой. Будет ли фит с планету? Такой вот вопрос. Фит с планету. Планету – это проект нашего соратника и напарника по группе Da Guta Jazz, нашего друга Крайма Волшебника, с которым у нас сейчас прекрасные отношения, ну то есть мы в хороших отношениях, и мы уже долгое время в перспективе планируем что-то совместное сделать, поэтому, скорее всего, да. Да, мне сказала, да-да-да, мне что-то не пропадал.
Взорву. Так, трек «Взорву». Про этот трек уже много всяких этих ковид мифов. Все ждут, я видел всякие нарезки, типа кусочек с Инстаграма, кусочек там откуда-то с ВКонтакте соединили и слушают. Ну, блин, это, конечно, все классно. Мы хотели этот трек включить в этот альбом. Более того, мы даже на какой-то стадии хотели назвать так альбом. Ну, типа вот. Но опять что-то не срослось, что-то не вышло, и он выйдет, но когда, это вопрос. Но выйдет ли трек? Да, ответили нам наши друзья, но оставили в секрете, когда и как это произойдет. Так что будет это неожиданным релизом или вас подготовят, мы посмотрим. Вместе
я напьюсь. У меня в голове цель подарить тебе наконец на мир, или говорить тебе о великой любви. Говорить и говорить о моей боли внутри. У меня идея. Давай убежим от людей, и давай будем жить, а не будь их нет. Давай тебе правда, когда я напьюсь. Я дурак, будь со мной аккуратно. Для меня каждый взгляд твой как знак. По-любому я влюблюсь, как дурак. Для меня каждый друг твой как враг. По-любому отходи стороной районной. Мимо не катай моей окраины. По делам ты быстро, да, бегом домой. И не надо выходить в онлайны. А не то я где-то на тебя наткнусь. И затем допустим, иди-ка задусь. Я тобою напьюсь, без ума бумаг. А когда я напьюсь, я дурак. Когда я напьюсь, я на коленах. Я наливаю себе, когда мне текилу не надо наливать. Твой кин, ты прямо на меня. Полеты будто бы норовят мой планы поменять. Каждый взгляд твой как знак. По-любому я влюблюсь, как дурак. Будь со мной аккуратно. Для меня каждый друг твой. Правда, когда я напьюсь. Я дурак, будь со мной аккуратно. Для меня каждый взгляд твой как знак. По-любому я влюблюсь, как дурак. Ты будь со мной аккуратно. Для меня каждый друг твой как враг. Стоит ли ждать возрождения Дагуда Джаз? Руслан Кутузов. Я сказал Дагуда Джаз. Почему так сказал Джаз? Дагуда Джаз. А будет ли возрождение, спрашивает Кутузов. Стоит ли ждать возрождения Дагуда Джаз? Мы решили, что стоит ждать, и мы сами ждем какое-то время, которое мы пока не скажем, какое время. Но... Потому что сами не знаем. Да, сами не знаем, но мы думаем, что через какое-то время обязательно мы сделаем какой-нибудь релиз совместный, возможно, это будет альбом или что-то. Мы очень тепло относимся к этому проекту и никакого негатива, связанного с Дагуда Джаз и с историей всей, которая касается Дагуда Джаз, нет ничего в этом такого, чего бы нам не хотелось, да, повторить. Чтобы не было вот этих теорий заговора, потому что там что-то, да как-то. Что сейчас группу Дагуда Джаз три рептилии. Да, три рептилии заменили вот этих чуваков, типа, что. Про рептилии можно говорить в телевизоре? Нельзя. Можно. Так, все, кажется. Еще минут 20, я не закончу так. Такие раз-раз-разные, но вдвоем-вдвоем никому раз-раз-раз делить нас не даем. Раз-раз-разные, вдвоем-вдвоем, раз-два, раз-два. Мы такие раз-раз-разные, но вдвоем-вдвоем никому раз-раз-раз делить нас не даем. Раз-раз-разные, вдвоем-вдвоем. Мечты мы раз, им раз, раз, строим раз, тех, кто в нас не верит, хоть и раз. И раз-два, раз-два. Нет, маме, нам друг без друга никогда знаем. Ведь мы две половины целовая. Буду тебя целовать, а маме по-любому никому тебя не отдам. Раз, ты пламя, я вода. Два, ты солнце, я луна. Вдвоем мы такие. Раз, 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 не но два, два, вдвоем. Раз, раз, делить нас не даем. Раз, 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 не вдвоем. Раз, два, раз, два. Мы такие раз, 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 не но два, два, вдвоем. Мы никому раз, 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 делить нас не даем. Раз, 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 не вдвоем.
раз. Так нет таких, чтобы нас поделить на пазлы, хоть и разные. Раз, два, раз, два. У тебя не как у меня все. У тебя безумные танцы, у меня медитация. Но я не хочу тебя менять, нет, тебе не надо меняться. Мы два берега одной реки, две. Ты Венера, я Юпитер. Я буду тебя любить, мы такие. Раз, 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 мы два, два, вдвоем. Мы никому раз, раз, раз делить нас не даем. Раз, 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 мы два, вдвоем. Раз, два, раз, два. Так, следующий вопрос, ребята, будет ли, стоит ли ждать участия на батлах? Этот вопрос меня тоже интересует. Бахадыр Илафунов спрашивает, батла варасынама? Бахадыр? Бахадыр вот так спросил, а кассы батлова борасынама? Да, я как думаю, вообще мы так думаем, что скорее всего Танир и Тёмча на батлах не появятся. Все, хватит, спасибо. Всем, кто нас поддерживал на батлах, это классно. Танир и Тёмча не появятся, потому что... Я поддерживал? Конечно. Спасибо тебе. Спасибо, да. Я еще помню, вот тот еще и Вешусы, вот эти всякие. Да, это было все весело, классно и круто. Все уходят когда-то с батлов. Танир и Тёмча уходят с батлов. Ресторатор уходит с батлов. Он же ушел. Он же ушел? Он ушел. Он ушел? Он ушел. Он ушел? Так что все, даже когда-нибудь уйдет и кто? Не произноси его имя в суе. Я больше на меня сильней, когда я с ней становлюсь милей. Я ее больше на меня сильней. Но я б не спорил, я залип в тебе настольник. Я залит тобой по полной, ты готов доказывать обратное. Попробуй, давай поиграй, подай ко мне, дам гайд смелей. Вырубай лайтом, а ван раунд, кто кого хочет сильней. Только давай на договор, что тут ты грабишь под тапку. Ведь ты так хотела узнать, то кого. Я ее больше, она меня сильней, когда я с ней становлюсь милей. Я ее больше, она меня сильней, когда ты со мной становись милей. Я ее. Давай без истерик, забудь все. И давай измерим пульс твой, пульс мой. Мне теплее с тобой, без тебя больше грустно. У кого из нас бьется чаще сердце от двух слов? У кого из нас ярче, красочнее мечты? Поспорим, я возьму тебя за руки быстрее, крепче, чем ты. Не знаю, кто из нас будет чиной твоим или ты моей. Все сложно, но у меня немного сложнее. Я ее больше, она меня сильней, когда я с ней становлюсь милей. Я ее больше, она меня сильней, когда ты со мной становись милей. Я ее больше, она меня сильней, когда я с ней становлюсь милей. Я ее больше, она меня сильней, когда ты со мной становись милей. Никита Сергеевич спрашивает, будет ли клип на один из треков с альбома? Так, клип на один из треков с альбома будет. К
клип на один из треков с альбома был, он уже выпущен, клип на трек «Да-да-да», который можно посмотреть вот здесь. Кажется, не работает. Почему? Будет же работать, пацаны? 3 минуты. Заставьте другое вообще. 3 минуты. Заставку вот такой. А сколько еще держать? А ссылка на клип будет внизу в описании. Надеюсь. Да. А если вот туда получится вставить, ну можно туда вставить. Но! Это не конец. Еще будет один клип на трек с альбома, но на какой трек с альбома, мы пока не знаем. Мы выбираем. Мы выбираем, на какой трек будет больше всего реакция, на тот и будет, конечно, клип. Пишите в комментариях, вот получается, вот здесь, вот тут, пишите, на какой трек с альбома вы хотите клип. Это альбом мой сольный, который я планировал в 2012 году. 2000 лет назад. 2012 лет назад. И объявил о том, что он выйдет. Он так и не вышел. И даже, ну, до сих пор он не вышел. И
Я не исключаю, что какой-то сольный релиз от меня будет, но когда, мне это самому неизвестно. Сейчас мы занимаемся вот с Риной совместным творчеством, и мне это интересно, я получаю от этого колоссальное удовольствие, и ну, у меня не то, что даже нет времени, я даже не хочу выбирать время на то, чтобы делать что-то сольно сейчас, но когда-нибудь, может быть, как-то так. Да, когда-нибудь. Идеальная пара, ведь ты ненормальная. За хер я убил, поверь. Мы с тобой идеальная пара, ведь ты ненормальная. Сам по тебе с ума схожу, сука, ты ненормальная. Вот вопрос, который я тоже хочу задать. Тёма, почему ты постоянно делаешь вот так, а почему ты постоянно вот так делаешь? Как? Ты делаешь вот так постоянно. И Тёма вот так, ой, Рина вот так всегда. Тёма губы вот. Почему Артём всегда делает губы вот так, а Рина глаза вот так? Дарья Бектасова. Не знаю, мне кажется, мне нужно к психологу с этой темой сходить. Он может, он мне. Это знаешь какая? Это знаешь какая тема? Вот в детстве тебе как-то кажется, что один ракурс, ну как в детстве, по молодости тебе кажется, вот прям в юности. Ну, короче, когда тебе вот не 25, да, короче, ты такой вот себя фотоешь, ты пиздец. И у меня там есть своя какая-то поза. Да, типа мы застряли, да? Вот? Да, и у меня тоже есть своя застрявшая. Психологу, короче. Да, я сверху себя фото, потому что мне кажется, я так худее. Ну я уже давно так не делал, у меня новая фишка сейчас. Губы просто расслаблять. Ну, да. Вот толстый всегда вот так вытягивает. Видишь, вот так второго подбородка нет. И я вот так собрано всегда сижу. Потому что если делаешь вот так, появляется вот эта фишка. Футболка заходит под сиську, вот здесь под живот. И вот здесь пупок выглядывает, как третий глаз, шаришь, ну вот. Детка, твое тело тема, в стиле манеры тема, не могу молчать. На-на, накипело, смотрю на тебя.
она наболела. Долго не мог сказать об этом, а теперь редко два тела. Тема стиль и манеры, тема не могу молчать. Накипело, смотрю на тебя. Наболела, долго не мог сказать об этом, а теперь редко два тела. Я из таких, кто падал, но рос я ввысь, как виск торнадо. Я понял, за свист, за мес, ты правды, но мозг завис под блеск, под мады. Ты ветер, ты лед, ты ток, по телу в тебе живет любовь. Оттенок летим с обрыва, мы пас, теперь на ты дым, сативы. Ты кайф, не тема в небе темном, не скрой. Сидишь, сияешь отдельно, я не тот, я такой. Среди понятий потерян, детка, твое тело тема. Стиль и манеры тема, надо взять, подойти и поднять эту тему. Ты кто? Я влип, ты с ног, сбиваю в этот дом слепых. Вошла как святая, не готов в обрыв. Меня надо спасать, мне тебе как-то надо сказать. Детка, твое тело тема. Стиль и манеры тема, не могу молчать. На-на, накипело, смотрю на тебя. На-на, наболела, долго не мог сказать об этом, а теперь редко твое тело тема. Стиль и манеры тема, не могу молчать. Накипело, смотрю на тебя. Наболела, долго не мог сказать об этом, а теперь редко твое тело. Откуда ты такая? Холодная, словно луна. Мне бы тебя забраться. Но тебе до меня дела нет. Ты делаешь вид, типа дела нет. Детка, можешь не говорить, я буду тебе говорить. Детка, твое тело тема, стиль и манеры тема, не могу молчать. Накипело, смотрю на тебя. Наболела, долго не мог сказать об этом, а теперь. Детка, твое тело тема, стиль и манеры тема, не могу молчать. Накипело, смотрю на тебя. Наболела, долго не мог сказать об этом, а теперь. Детка, твое тело. Александрина Алымова. Ебать, имена пацаны. Я кайфую. Александрина. За нее сейчас воюют на этом рыцаре. Когда вы станете пожилыми, вы также будете сочинять топовые песни, читать рэп и выступать? Так. Так, что я могу сказать? Во-первых, надо определить старость, наверное. Какая старость? Старость, я предполагаю, лет 90. Лет 90? 80-90 лет где-то. Это называется старость. То есть 80-90 лет читать рэп на свой юбилей разве? Что только, да? А в лет 40 вот такое? В лет 40, да, мне кажется, ну, и смело еще выйти. Чем я не баста? Да? Да, свои треки и башни. Ну, мне кажется, в лет 40 вам можно еще уже продюсировать много-много. Да, я вот хотел также сказать, что типа читать рэп и что там еще, выступать на сцене, может быть это под вопросом, но писать топовые песни, это да. Дай это по-любому, до конца. До 90, до 100, как Шаинский. Да. Ты как думаешь? Мне тоже хотелось бы ответить на этот вопрос утвердительно. Конечно, хочется, чтобы ну вот так все и продолжалось. Творческая жизнь до самых скончания веков. Своих веков. Я тоже думаю, солет и байны тихо. Снимать, как я кормлю людей старых. Старых звезд. Донер Хаус. Сегодня приехал этот чувак, мы его кормим, у него гастрит, поэтому... Вопрос. Ключи повесит он на куст после. Твое тело остро,
остров. Залечь под поезд. Каждый день как конфликт, да вряд ли. Как праздник, как ясный день. Маска для ясности. Молодым видом, грамм с одним видом. Как там их звать, знать. И не надо двигать. Ты в игре тут раскидала капканы. Ты опять в огне. У тебя планы, 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 планы. Кто в ее лапы попал и брал. Им перепало не перебрать имен. Дай, дала, дала, дала за прием. Ты никак, а не ты кидаешь их в стадо. Ты никак, а не ведь. Сегодня у тебя новый курс. Цена невелика, не вопрос. Ключи повесит завтра он на курс. Твое тело остро, остро, yeah. Сегодня у тебя новый курс. Цена невелика, не вопрос. Ключи повесит он на курс после. Твое тело остро, остро, yeah. Повесит завтра он на курс. Твое тело остро, остро. Вопрос. Ключи повесит завтра он на гвоздь. Твое тело остро, остро, yeah. Сегодня у тебя новый гость. Цена невелика, не вопрос. Ключи повесит он на гвоздь после. Твое тело остро, остро, yeah. Что хотелось бы от себя задать? Почему вы такие классные ребята? Вот? Почему вы такие суперские? Просто в краску гоняю. Почему вы прекрасные ребята? Почему вот так офигенно? Объясните. Ну, мне в свою очередь хочется, я сижу, ты там что-то шутишь, рассказываешь, и я про себя думаю, типа, блин, он же почему такой классный? Ну, так вот. Да. Вот особенно, когда ты там Дарье начал объяснять вот эти все нюансы ракурсов. Да, и сразу внутри такое ощущение, блин, почему я так не умею, да, почему он такой суперский, а такой раскрепощенный, почему мы сидим, ноги, вот это закрытая поза, я уже думаю, как в Ютубе выйдет видео, разбор, что какие у меня там загоны. Психологи обсуждают. А я вот думаю, почему вот они такие вот такие классные, а я вот как будто не очень. Все, время сосаться уже. Все. А вообще, пацаны, рад, что я с вами, с альбома, вот еще легенда еще с того самого, да. Вот этих вот клипа, всю дорогу, как говорится, всегда рад быть полезным, пацаны. Респект и уважуха, слушайте все трек, ребят, и трек «Плакал» обязательно слушайте, Фатбелли, Жека Фатбелиев, это я, собственно. Значит, рестораны, вайны, тиктоки, музыка, это все ко мне. Все, ребят, что хотелось бы сказать. Давайте, всем иди ко мне перед тем, как родная, снова от тебя уйду. Родная, снова от тебя уйду. Дай тебя.
надо идти, дела забудь. На кону наш уют, наш угол, наш юг. Я шлю мимо всех, что мешают и шьют нам в юге. Я сду спасательный круг. Я тут и пока я не тронут умом, потону в этой гавани. Поводов ноль, даже думок ни грамма нет. По боку боль, обниму тебя, дам обед. Вернуться домой я. Нам осталось времени так немного. Поверь, никого не стану искать, да вернусь. Тихо мне перед тем, как родная, снова тебя уведу. Дай тебя обниму, дай тебя обниму. Тихо мне перед тем, как родная, снова тебя уведу. Субтитры сделал DimaTorzok.